Мы находимся на площади Победы в городе Константиновка. Сейчас в 9-м совхозе стреляет артиллерия. Сейчас слышны автоматные выстрелы. Мы уважаем весь народ Константиновки. Мы уважаем всех, но мы не принимаем ту власть, которая навязывает нам свои законы. Вы нам не интересны. Именно с вами, власть, именно с вами мы будем бороться. Мы мирные жители. Мы пришли сюда без оружия для того, чтобы остановить солдат, детей таких же украинских семей, какими являются и наши семьи. Мы останавливаем их и призываем к тому, чтобы они пошли против власти. Мы вас остановим, доберемся до всех. Вы ответите перед законом, вы ответите перед всем миром. И я хочу зачитать слова стихотворения, которое я написал достаточно давно. Ну что же, погрались хлопцы та девчата? Ось ваша фраза «С краю моя хата». Не хто там більш не хоче дупу полизати і пісню заспівати, нас не подолати. Богдан Хмельницький перевертається в труні. У цьому винуваті тільки ви самі. Він єдиний поєднав народи. Що ж ви наробили, фашистські уроди? Я помню слова героя-ветерана. Лучше здохнуть стоя, чем жить на коленях. А вместо уважения фашистская отрава. Куда же вы попрятались, герои поколения? 15 миллионов. Разве вам не стыдно, когда нас называют бандитами и быдло? Меня им не заткнуть, я буду говорить. Нет, могут посадить и в конце концов убить. Япония, Вьетнам, Ирак или Иран, Косово, Бейрут, Афганистан. Усюди побывали долбани засранцы, кляти миротворцы, американцы. Их руки в крови, их прокляты души. Их бог это дьявол с лицом Джорджа Буша. Их миссия ад, их миссия смерть. Геть з України, Америку! Геть! Ми будемо стояти за победу українського народу. І з ким би ми не були, з Росією, з Кримом, ми будемо сім'ями. Но вашу власть ми не признаємо ніколи.